духера. Нет связи. Слушай, ты духер, ну чё, ребят? Это просто говно, сервак. Это не про землю. У меня за руку появился. Меня уже убили. Ой, я хоть процента ворота мне показывают. Как ты зашел, серый? У меня аккаунт используется. Не выходите, желательно. Самое интересное, у меня в сети, числися. Я? Да. 50% ворота. Ребят, все на ворота. Блин, я выйти из замковой зоны, я... И на мне 15 левел. Я лежал, теперь НС. Все, теперь нет связи, не могу. Ну, о, думаю, можно зайти теперь. Теперь у меня тоже связи не было. Нет связи, сейчас, по-моему, сервак упадет, ребят. Я тоже так думаю, я тоже нет связи. Мучаем. Сервак тогда. Он охуеет, сейчас от перегрева. Сейчас будем заходить и забанят за DOS-атаку, блин. Баньку его, сука. 47%, беда. 45. А у них, походу, не лагает. 44. Не лагает, 43. Лагает, они просто жмутся так же, стоят, умирают, подбегают. Они эти, купола кидают и все. У них, ебать, там сейчас куполов. Я не вижу этих куполов, если честно, никого не вижу. О, я кружусь, ура! У меня тут светомузыка конкретная. Двери ломают изнутри, вообще капец, видно. Вот только ближайший. Так, 41, 40% ворота. Ладно, мут, потише. Я за замком зону не могу выйти, у меня 15-й лагерь, что за... Боже, ну может ты на Кристина, ворота? Кристина, какие замковая зона? Да, на ворота. Года вижу, ребят. Захожу. У меня вот вообще сейчас писал вижу года. 36%. Так, а семерка может что-нибудь подкинуть туда? Веселое. Я такой бодрый. Фига, я встал даже. Блин, все опять. 3-4. Ребят, на самом деле, если их сейчас всех слить, они хуй встанут из-за лагов. Они из-за лагов... Если они все сольются, получается, сервер расступится. И чтоб мы их видели, я не вижу ни одного возле вала. Просто стоим. Я сам интересно зашел, вижу всех. 27 ломает. Ничего не можешь сделать. Моей жизни восстанавливается. Ничего, ты вообще не понимаешь, что это за... 5 минут, меня ни разу не ударили. Ну это получается первый раз такая херня. Я не вижу ни одного человека вообще. Костя, а просто на воротах крутишься и масухами. Ванька зашел. Какие у воина масухи, расскажи мне. А, рёв, блин, у рёв, тебя шедер надо. Главное, зло не выходить. Так, зло вижу, зло и живи. Паячку красный еще нажимать, аккаунт использовать. Сейчас действительно эти бараны тупорылые, блин, забанят за входы. Я пять раз пробовал один, все нормально. Я уже начал персонаж прогружаться и аккаунт использовать. Дим, знаешь, что я тебе скажу? У меня сейчас ошибка у нас один. Да хрен с ним слоевал. Ворота 17. Ну смотри, возле ворота. 16. Ворота 16. Все, хана ворота. Мне интересно, что будет. Так, там может часть встретит их на красном флаге сразу. Ну да, да, на красный флаг. Переходите. Это и сверху. Рейнер. Не, сервер, ближники пусть на красный флаг отходят, а тут почикаем потихоньку. Так, а может просто все на красный флаг? Сделаем просто глюк, и все, они не смогут вообще сделать ничего с красным. Я уже этот глюк смотрю минут 15. Я вообще за замком оказался. 10% нет связи. Как в ворота попасть? Нет связи каждые 3 секунды, у всех так? Да. 3 секунды, но частенько. Мне кажется, у них сейчас жесткий диск, на котором этот сервак стоит, просто дымиться начнет. А у них походу ноут садится, где сервер стоит. А мне сейчас замки слили. Глобал. 5%, ребят, сейчас найду. Я хочу посмотреть. 5% это то, что вы видите, это было минут 2 назад. А вы их видите? Сейчас 4%, 3%. Вы их видите? Ворот уже 4%. 2 хп, 1. 1. Ну всё. И 0. Все сломали его. Тиса, я тебя убью. Сломаны ворота. Они вошли? О, никого нет. Я не знаю. Никто, я не знаю. Никто они не вошел, ребят. Они стоят. Я смотрю на ворота, они стоят. Они все, пошли втягиваться. Пошли. Блять, я их не вижу, что за херня вообще. А я минут 5 уже. Короче, делайте запись, и от
администрации если замок отберут, блядь. Так, ближники, надеюсь, уже на ворот, знаете, на красном флаге. Бежи, ближники, встать. Пипец, я в замке никого не вижу. Как вообще что-то сделать? Амфисту упала. Продвигается хоть сколько. Чего ворота найти? Я поняла. Я минут 10 уже не могу встать. Вот они появились. Рядом со мной. Блядь, у меня вообще ворота стоят. Я Ленову нашел, Юрец, живи. Да я вон бегу к красному флагу. Ты в стену бежишь, блин. Перс продолжается, а... Я вообще ничего не могу понять. Я бегу. Короче, давайте все тогда на красном... Все на красный флаг собираемся. Я на красном. Все, я тоже на красном. И просто... Вот еще к вам подоходят еще. Они еще во дворце внутри. На площади. Это бред какой-то, меня, короче, убили. Я на середине площади стою, и мне даже не единицы урона нет. Не, у меня прогрузились. Тоже я тоже стоял, минут 5, вот у меня прогрузился, куча дамага, и все. Кто-то вертушку бьет на красном. Какой-то... Ребят, надо на красный реально заходить. Просто все встали на красный, и все, они не смогут упустить его. Я убил кого-то с нулевым уровнем. Так, а имперцы, там это, ничего задницы нет, у них ничего такого. Да все поздно, все равно надо. Феникс только один зашел. Все на красные бегут, а не Феникс. Да, Феникс на красный бежит. О. Человек 15-20. Мушный потихоньку расступляется у меня. Я тоже вас увидел. Красный чистый флаг. Анфиса на веспе умирает. Так, Феникс ставит это. Катапульту к желтому флагу сейчас подкатит. Катапульту подкатят. Важно. Катапульту, а вышку эту, как ее там? Может, Империал тоже к красному флагу всех просто соберем кучу и все. И часть из нас так и есть здесь, на красном флаге. Ну и все, и стоим имперцы, просто, имперцы, они не давайте пустить. По штабу херачите там, сзади зайдете. Пошли, и все. Подходы, Бля, здесь никакой тактики вообще нет. Да это бред, Серега. Здесь не работает. Какая может быть тактика? Дайте массу на красный флаг просто. Просто масс хил на красный флаг. Подкат, да. И машина. Киркоров, перекинь мне, пожалуйста, голову. Думаешь, стоит? Я хочу изгнать 13-го человека. Я просто тупо лежу. Не изгонишь. Ура! 20 минут, я вошел. Вдруг получится. Я вижу, ты лучше. Амалан бежит. Меня сбили, я валяю. О, Амалан, я тебя вижу. Я тоже Амалана вижу. А я никого не вижу. Ну что-то я вижу, как старший ПМР-то меня атакует. Если есть... Второй раз так, стоп. На если есть паладины на красном флаге, купола ставьте. Киркоров, ставь купол. Я вам вижу Киркорова, край. Или я тоже вижу. Киркорова вижу. И Дальга вот. Сейчас прибегу на красный. Не гоняйте за ними, это бесполезно вообще. Так лагает, что... Идаль, ты соскочил. Идаль, ты куда пошел? А я просто поправил. Я вошел. Так, самое главное это красный флаг. Все, молчим. Меньше слов. Они страх кидают, скидывают нас. Красного. Киркоров на красном, Абдулла. Все. О, я некоторых на высоту видел. Бля, у меня глюк такой больше. Ребята, ассиста этого... Мавита. Да. О, один навитар подошел, увидел я его наконец-то. Еще один хер какой-то. Привет, развернись. Если меня видите, я правильно бью? Подойдите на красный. На красный. 10 задержки, что ли? Да. Блин, я просто лежу. Пошаговая мама, нет, приходи. Только хардкор. Они, кстати, подходят и убирают. Я бы таких работников у себя бы выгнал бы пинками с трудовой в жопе. Без... Вот так вот надо подписать видео. Поперёк, да? Вот так и надо подписать видео на Ютубе. На Ютубе. Да, вот с такими вот комментариями. Стрим. Нет, надо стрим. Пошаговое. Стрим. Ребят, на самом деле, с такими флагами, дальше, чем сломанные ворота, они ничего не сделают. Да, нет, они прям... Лёха, ты не поверишь, я ворота не могу пройти. Синий флаг поехал. Вниз, да, синий флаг. Синий флаг наверху. Да хрен с ним, стойте все на красном, все. Да, без красного они делают ни хрена. Так, 24 минуты, если уж так. Кстати, больше людей наконец-то начали видеть. О, во, ворота входит, я увидел их. Автоатаками бейте на красном, и все. Прошу заметить, ворота упали 10 минут назад. То, что ты начинаешь видеть, это было 10 минут назад. Почему нет, я сейчас кидаю, спокойно, хилю.
Разлагивается, ребята. Зачищать. Можете баночку сесть. Зайти, сервер авторизации недоступен, если хоть увесь. У меня тут то же самое было, я даже успел. Я с 10-го раза зашел. На форуме уже успел попахнуть. Я тоже в тему создал. Марк, блять, я сзади пенил. Это я вижу, не могу разлагаться. Убили его. Так, штабов я 5-6 вижу даже сразу. Так, 7-й легион рядом входит ворота. Ой, даже ярко не наберем. Давайте лучше космос стрелять. Семерки там, может, бушеты, штабы поломают потихоньку. Смысл, здесь так лагает, что, блин, они долго встают. Просто на вас все в тупую. Ребят, до 90% на синем севере до сих пор? Да. Нормально. Вот там это 7-й легион поставил... Стену? Да. Можно прям там их зажимать, прям. Херачь. Кстати, если лучше есть, не пробуйте, это... значит, да, мы будем легионеров цеплять. Если есть на красном флаге эти монахи, поставьте прямо вот у входа, попробуйте стену. Ну, вроде поставил. Нет, никто ничего еще не поставил. Нет, никакой стены. Я вижу, стоит стена, но сквозь нее фениксы проходят. Ребят, вижу, как людские трупы просто ползут к этому. За херня, не могу пройти через ворот. Фениксы бегают, я пойти не могу. Давайте попробуем. Ребят, говорите по сути. Самый единственный класс это... Да на стратегии. Синий он самый нелаговный, только наверху. А тут, считай, у ворот вход. Тут вообще жопа. Кидайте его ешки и поставьте купол, если есть у кого, на красном. На синем здесь цикло. Ребята, на красную стену поставил, нет, кто видит. Также можете это... Страх кидать, если есть майкойки. Жрецы у красного, кидайте страх. Пускай скидывайте, если враги будут. Вот, рука. Ну, кстати, феникс. О, Я вообще ни одну его вешки не вижу на то. Кто-то из ваших флаг поднимается. Ну поднимайте, хорошо. Я поднимаю. Блять, наконец-то упал. Почему время не глючит? Как тикал, так и штаб. Это хорошо. Пожалуйста, сил по себе на красном флаге, массив. Стена упала на входе. Вон они прям идут такой. Упала, просто. Крутитесь, вертитесь, все на красном флаге. На 6 лизер был, блядь. Так, на желтом уже двое. Два этого входит и символики. Да-да-да-да, ну, блин, есть такие глаза. А у Ешки там это... по всем. Это как дискотека, парни. Поэтому легион, извиняюсь. Ребят, надо резать, а не надо резать. Я встать не могу. Если мы сейчас убежим, мы потом не подбежим к красному. Потом... Ну, это да. Не, не держись, да. Просто стоять на красном и все. Пока справляемся. Стоим на красном и жмем. Да, все массовые, купола, защитные, страхи, да, цепи. Да, только массовые, и всё. Эх, сейчас было бы сфера один, поставили бы бутылочку шампанского и пошли бы отдыхать. Бутылочки там не вино, туда, чтобы обрушить сферу. Нет, а всё, он такой, раз и реально. Фау, прогрузилась с осадой. Меня. Ты хочешь поднять поп на руку? Так, минутку, защитника 146, у меня 145. Кто-то страх кастанул на красном. 200 человек на замке. И сильный сервер погибает. Всего 200 человек. Как же мы в линейку расширили? Нет, не 200, а 192. Как же люди в линейку играли?
Ну, в линейку хотя бы можно было в пол смотреть, когда были. Ого. Так, Нет, это просто реально сервак. У меня сейчас тебя очень не лагает, как бы, визуально. Я лагает все. У меня пробегает Лугасы, Фениксы, Норки. Сурки и перцы такая. Так. Да, еще война. О, я какого-то лука зацепил. И, кстати, хилы... Да, блин, ветер стоит, строится, да строится не может. Да. Все, у кого есть баф, не забывайте обновлять, мне помогает. Шутник. Да, это надо снимать. Ползущий труп Феникса к красному флагу. А ты как эти, как Пашмандол, отправляют всех. Смотрите, там маги встали за респом. Ну, как бы, шнэч, за респом. Сзади осадку, строили, вот, 40, наверное, Верху накопить не могу. Вообще копить. Суть на красном флаге. Блядь, где корень? Слышишь, зарубка и рейнрайнер просто бегают и крутятся. Они не выходят с этой свертушки. Я постоянно крутился. Они реально крутятся постоянно. Постоим посмотреть. Подожди, рейнрайнер крутится? Ты, Андрюх. Вот и я про то же. А я сделал на себя вот как. Ты у меня ярко хочешь. Красного флага все пропали. Так, а что там? Так, красный 100, желтый 96. Ты разлагал. Нормальный костин. Еще 17 минут. Хорошо, ты же мне только. Смотрите, у меня тут 151 тысяча. Нам еще жить без уродов. Я кого-то там не вижу. Мы боимся нажать на кнопочку, но дополнить. 151 тысяча, Кристина, тебя урона расслабься. Синий опять продолжает спускать 67%. Мы с Табом не можем как убить одного какого-то лежащего. Кора улетает за Серега. Залетит. Керкоров? Одну, да. Ага. Я тоже вижу это. 20 минут за одним гонялся, ничего не могу сделать. Добросил. Ё-моё, я тут все 25 минут либо провести. О, за раступилась, 5 секунд. И потом 5 минут я жал. На территории 40-ую. Это зашибись вообще. А что ты вышла за замку территорию? Еще хуже залагало. А я не знаю, лучше. Я выйти за замку и прийти на 15. Не поможет. Главное. Ой, я куса вижу. Да и куса. Я, в принципе, наших всех вижу, а вот... Ура, ярко накопилось. У меня Рин или Нова крутится и крутится. Эльфена, Шэдоу и Год на респе. Миха там просто раздает 51 фраг уже. 50 лет уже, 50 лет. Цепями там херать. Сколько она на 51 фраг уже, 53 уже. Кстати, там меньше всего лагают, это хилы. Ну а хилы они просто тупо цепочкой. Хрена. Вот, собственно говоря, я что и делаю сейчас. Вот честно, я... Вот не фиг было. Вы самое главное не забывайте по КД там как-нибудь хилить этот красный флаг. Там у нас тут нормально все на красном, ты не волнуйся. Это кажется так. Я говорю серьезно, нормально все на красном флаге. 96. Кто-то дернет красный флаг. У нас тут толпа. Прожимаем F. Жмите F на красном флаге. Вас пытаются на респе тебя зажать. Так, F ни в коем случае не жмите, а то его опускаться начнет. Не, вот его надо. Только паники жмите, все остальные не жмите. Ну, на фоне стоит, упаем и не убегает. А мало пытается снести. Это не все забегает. Кто их убивает-то? Не знаю, мы убиваем. На синий флаг кто-нибудь, если кто-то вообще... Они не успевают у нас прогрузиться, они падают. Не, я могу сходить на синий флаг, в принципе, я не настолько глючен. Ну сходи, подергай. Действительно. Ну чего вижу, блядь. Да. Побежал. Едет. Это самое смешное, на которое я был. Тут
назад, а умер я только сейчас. По лесенке поднимается, это не пику. На синий флаг кто-нибудь придет. По стене, по стене. Кстати, на лесенку туда не поднимайтесь. Какие скриды. Когда фениксы по земле ползут. Я побежал в магазин с запивом на пути. Возьми мне. Это из разряда доползти до флага. Они ползут по земле, Серега. Тыквы ползут по земле. Я сижу. Их же твой бед. А правитель поднимаюсь. Нет, тебе двоец. Эти страхи у красного флага. Блин, я знаю, как бы магам проще, а я знаю, как миликом драться, я вообще не представляю. Ну, посмотришь видео, потом увидишь. Крутой меч, короче. 200 человек в осаде сейчас. Это только по статистике. Здесь паника, здесь просто чуть ли не на флаге уже сидя. Просто... Давайте, ребят, пирамидку же можно строить. Прыгайте на красный. Аспид, нужна. Не беспокойтесь. О, совы какие-то прибежали. Нет, кидало. Теперь у нас в соло клане. Ого. Че, кикнули его? Не а знаю. Он феника скинь. Так, а почему он в другом клане? Академ? Да не, я думаю, что... Короче, как осада кончается, 40-е, кто желает, можете сразу хорошо им показать. Хорошо провести время. Немножко посрать где-нибудь на форуме. Ну, на форуме, разумеется, всем надо как бы... Не, ну смотрите, я считаю, что молодцы, они собрались. Там нарезки, да, собираются. Серж, всем просто, всем кланам зайти на форум и вписаться в теме. Про такие лаги. Да всем надо, конечно, заходить. Да. Человек 100 зайдет. Смысла нет. Вон, у меня какой-то страх, даже по страхам по мне попали. Что за бред? А что за тема хоть? Куда заходить? Ну, создадут, создавка, не знаю. Я думаю, там сейчас столько тем будет. Вот них и будем все писать. У меня все равно делать нечего сейчас, я создаю. Крис, создавай, а мы отпишем. Да, создавай, Крис. Да, потом тему скажешь, когда мы отпишем. Создали все эти необходимые темы. Скриншоты создайте. Короче, вот, считай, и паники Империал зайдут, и то есть надо как бы это... Легионы с руками нас поддержат, почему нет? Там возле ворот, блин. 11 минут. Меня убили. Не знаю, я шоу. Лёгку. И просто мне нравится, фениксов убиваешь, а их не трупики продолжают вперед ползти. Лёх, так сам в чем прикол? Они просто очень целеустремлённые. Прикольно. Тыквы такие по полу ползают. Жесть. Это в натуре жесть. Блин, бегает за крупным весом. Не, ну это первый раз такое, что за сколько времени? Сколько? Осторожно, к нашему красному флагу труп приближается. Кстати, их очень много сейчас на респе вижу наши. Да, там что-то стреляю, но ты хочешь. Ребята, нас могут сейчас зажать на респе. За счет того, что сюда пришел Друкер, этот год и остальные сороковки. Да мы здесь тоже. Да не в принципе тебе попасть-то трудно. Ты просто появляешься и бежишь, и они не успевают потянуть у нас. За них бежишь и начинаешь им спину. Че, вы нормально после себя? Возле флага ползает труп. Слушай, ну меня через минуту я сейчас встал. Меня последний раз через две. А я встал, кучу урона нахватал по новой и снова лег. Прям моментом. Тулгрим, давай, друг. Все видите труп красного флага? Бегает. Ну да, я же говорю, вокруг красного труп. Я тут вижу, как возле респа 5 или 6 так просто так танцует. О, я упал. Всё. Чувим, у тебя здоровье хоть немного восстанавливается. Хорошо, но вообще не проседает. Да всё нормально, в принципе. Слушай, вот реально на осаде рулит хил на таких фазах. Из цепи вообще у меня летает только так. Синий продолжает пускать. Я на фулгриму кидаю этот лич. Не, ну здесь 9 минут, здесь я думаю, что почти без шансов. Если вот сейчас... Кидайте больше уешек. Представляете, резко лаги спадают. Да, вот только если... Лаги, если резко спадают, мы выбиваем всем за ворота.
Уже 199 человек. Убил. Не, на осаде всё. На осаде 202 человека было. А, нет, нормально. Массовые осады, замковые зоны. Чё ты где-то это видишь? Открытый мир. Да-да-да. Четыре раза. Флаги Атлас победитель. Все печи по нам прошли хорошо. Тут послушница возле красного. Знаете, как у меня сейчас прикол? У меня висит какой-то баф, который не... Ну не баф, а... Монетка какой-то баф, золотая. Который не мой баф. Монетка такая. Монетка типа золотая, круглая. Да святилище. Ребят, это, скажите, паладина. Кто что по флагам купол. Сейчас видит? Ну, называется освещение. Освещение называется. У меня тоже какое-то откуда. 2 секунды. 196-31. Освещение святилище. По флагам. Святилище. Повышают мои силы. Это алло, паладина. Кто-то спрашивал про флаги. Я. Красный 196, оранжевый 27, синий. Синий да. Сейчас немножко спускался. Ну синий он самый этот, самый меньше лагающий. Он был. Трупы ползут. 19%. Блин, я даже, представьте себе, у меня 2 убийства, я да, не представляю, нет. Как я их сделал. Ты убил кого-то? Да, как Андрей на синем. Читер. Я не знаю, я вот бегаю за... Я, кстати, когда видео сейчас запишется, посмотрите, как я стою возле лодки, да, и при этом у меня урона нанесено просто там 15 тысяч, наверное. Ребят, очень легко стоять в ихнем штабе и просто всех бить. Ты до штаба подошла? Ну я зашла, бью, в палатке стою, и они ничего сделать не могут. Бомбы ставлю, они отлетают, я их бью. Правда, убили. Наш партизан лютует. Блин, а я упал и не могу встать. Оплагало, дерется. Ой, я сам по себе куда-то побежал. Император, ой, я вообще крутится минут 5 уже. Я Андрейку даже увидел. Он, кстати, бьет главу нашу, походу. Сзади строится башня какая-то. Она строится уже минут 20. Комета на осаде. Мутный, слышь? Чего? Комета на осаде. А, ну все, ребят. Расходимся. Слушайте, меня сбили с ног, и я вот лежу уже, наверное, минут 2. Отдыхай. Не, я тебя, кстати, вижу, ты стоишь. Я стою, это... Стоишь, да. Послушница и вазген стоят снизу и лупят вас цепями. Мотоциклистка внизу. Так, мы под куполом. Все нормально. Купол, да, ставьте, все. А кстати, вот купол стоит, да. Интересно, в других локациях так же? Или только 204 человека. Нет, только в осадных локациях. Лагать днем, то есть это какая-то ихняя проблема. Накопилось у него, усталось у него, ничего, блядь. 203 человека. И кстати, да. Разлагало, что-то они шустро как-то бегать начали. Сейчас получше стало, да? Да, шустро бегать начали. Не, ускорение началось просто. Сейчас все за спидхак. Трупы быстрее бегают. У меня комета улетает, а я догнать не могу. Ох, скиллы начали прожиматься. Пользуемся. Я все лежу, не могу встать. А у меня что-то от хил, хилом идет по 8-10 целей. Тогда меня кто-то хилит еще. Блин, убейте меня уже. Чтоб не мучился, да? Да. Стараемся подойти на красный флаг. О чем еще написать можно в этой темке? Именно. Слушай, Крис, да, пиши много матерных слов. Здесь просто... Была одна большая цензура. Кристин, пиши звездочки, они поймут. Много звездочек ставь. А где ты писал о замке? Я там тоже писал. Не, пусть Кристина напишет и даст ссылку. Мы все зайдем туда. Да, в Мамбле ссылку кинешь, потом мы зайдем. Все плюс о нем там свое мнение напишем. Кстати, да, еще вопрос. Это Кристин, ты скажи 7-му легиону и суркам в ТСК. Нет, тоже скажи о ссылку, да, эту. Найдут сами, что маленькие, что ли. Тяжело дальше. Я что хочу сказать, может не стоит, пусть будут лаги, зато замок на. Да, ребята, я думаю, что если во-первых, это не игра, если были бы лаги, не факт, что они бы взяли, ребят, нас 40, почти 50 человек на защите. Да, мы бы к воротам бы не подпустили. Они бы ворота не взяли бы даже. Да, кто не взломал, если плохого не было. Химик, тебя как уже классно. Потерли, что-то сообщил. Что, я бегаю, ворочу всех. Оперативненько работают. Сейчас я свою посмотрю.
Плюс где-то оперативненько работает. Не, если они крестинину тему удалят, кстати, это будет вообще... Кстати, два дня назад же они писали, что это... Стабильность сервера сделали. Да. Я уже по этому поводу комментировал. Они повысили стабильность сервера. Теперь все стабильно хуёво работает. Мою тему тоже удалили. Я нажал назад, я опять создал. Зябр прям в корень, зришь. Пускай, блядь, хоть миллион раз удаляют. Знаете, что сейчас... Так, ребята, только поменьше массы давайте вот сейчас. Здесь куча народу. 37. Ой, я, кстати, встал, еще и живой, еще откинь. Ладно, все отлично. Что я делаю? Феникс уходит через ворота. Да, давайте, зажимаем. Синий флаг у всех поднял? Да. Да. Отваливаю отсюда. Не, не все. Монса вижу. Не все зажил. Монс, куда ты бежишь, ты умрешь сейчас? У меня что-то выстрелил. Монс. Чего сильно просто прыгает мимо меня. У меня сейчас все как в ускоренной перемотке, короче. Тут и бесклановые бегают. У меня монс сошел с ума. Кто вообще жесть, что творится на улице? У меня, короче, все в ускоренной перемотке сейчас. Сейчас всех? Нет, я нормально подходил. Что там такое? Охренеть, ну видимо вся херня подгружает. Очень быстро. Сколько штабов мы не пустим? Ну вообще. 8, только мы с дымогом. Фед, туф-туф-туф-туф. Фед вообще на штабах. Посмотрите, отрезка, что творится. Да, отрезка, это вообще. Да, я это все снимаю, как бы тут хожу. Давай. Да, потом... Видимо, кэш начал работать и разгружать все, прогружать всю информацию, которая была. Или они может забрали, кто-то у них просто порнуху смотрел. Все, они насадили себе оперативу нахуй. Ребят, так замок наш или что? Пока вроде. Пока наш. Минута 45. Там что-то на желтом. Сейчас надо выходить на резку зажимать. Заливать как будете с таким бумагой. Желтый флаг поехал вниз. 71%. Нормально убиваем, я ой-ой-ой-ой-ой. 43. Вот все то время, сколько ты всю осаду бегал, вот полчаса, вот сейчас ты за полчаса просто мечешься, видишь? Вот и у всех, да, то же самое. Жесть, вот это реально жесть. Архи, ты пока... там нет никого. Я не юзаю СХ, потому что я снимаю видео, я это могу доказать. Куча все читали на этом видео. Ребята, скиллы начали нормально использовать. Да, они дамажат нормально. Блин, замутно лагается. Потому что тут-то вот... Не надо! Они, наверное, уже... Ты сильно быстро бегаешь. Я попробую сундучок поднять. Подождите, тут сундук лежит. А вы врагов видите вообще? Только зеленый не побежал. Кто-то я слезил по региону, скажите, что он лучше не трогал флаг. О, я золотые монетки поднял, 27 штук. Чей-то флаг. Седьмой легион флаг. Да это ничего страшного. Ну они просто стоят. Ну понятно, рядом были. Так, развислось, по-моему, сзади можно... Нет, опять пошло. У меня сейчас персонаж ничья по всему экрану летает. Я бегаю нормально. Вред, это я рядом с тобой пострелил. 20 секунд осталось. Ленов, как ты этот ярку купишь? Секунды, да, секунд. Палатку бью. Вози нашего этого. Сейчас мы все появимся за стенами. Да, все еще за. А что самых захватит? Заходите на арену, имперцы. На арену имперцы. Да, уходите. О, смотрите, мой хил 54 трупа, 467 дамага. Вот, зато не сразу отлагалось. Все, идем убивать их. Да, давайте. Ух, ёмы. Блин, там всему легион много. Миха 86 убийств сделал. Молодец. А посмотрите, у меня какой счет там был, я что-то не... Статистику скриньте. Да, скриньте видео снимаем. Ребята, все. Нет, ты за скрин потом выложишь. У меня еще и мумия живая после досады. Да. Давайте на лес потом. От лучников. Держите. А ну что, успели убежать что ли? Где они? В мам лесу. Убить идем их. Они же всех убивать.
Блин, я телепортируюсь по территории. Все стоят, ребят, просто. Курантов, Семен Легион, не убивай. Вы что там, Семен Легион? 36 убийств. Первый раз. Это нугасы были. Не, я просто говорю, аккуратно. Мрак 12. Давайте по проходам, встаньте по проходам. Два прохода тут в основном надо держать. Тут не два, тут три. Ну три, встаньте три, потому что у них сколько, 20 секунд неуязвимость. Ребят, так... а что за прикол? Это так реально 260 381 урона. Да. Откуда их около? Вон они стоят возле сектантов, и свобода их и несколько. Вижу, вижу, да, около сектантов. Мой сундук. Ссылка в этой. Ой, ребят, спасибо, что пришли. В любом случае, вы прикинь, какая так была. Сколько онлайн? Подписывайтесь. Онлайн сейчас 52 человека, ребят, просто. Где? Вы, надеюсь, сделали фотки этой ерундовины? Да мои видео записали. Нет, да. Этой ерундовины, которая нет, в конце статистику. Появилась. Давай сюда. Форум Game XP, ссылочка есть. Кинь еще раз, пожалуйста, Кристин. Чё? Кинь еще раз, пожалуйста. Мы в других патях. Ой, а что это видно. Какое огромное количество ссылок от госпожи Кристины? Все, 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 спасибо. Я пошел писать. Что все, Кристин, да не занимайся этой хуйнёй. Да, слышим, что делаем? Пишем, что осады грибочки. Ау. Феникс, 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 Феникс. Вижу. Серёз? Да-да. Что делаем? Эли, хоть как-то. Этих резать будем. Пати, кидай. Сейчас. Да, можно прям выходить и начинать выпиливать. Пошлите по локам пройдемся. Ну да, да, я. Кто куда? Мы просто разбредаемся и режем нам всех. Пойти, пойти. Лучше не нижний городок. Лучше группой держаться.